Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 сентября 2020 года. Я продолжаю обзоры нашей замечательной новой книги, посвященной 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, которая будет называться «Есенин в ожившей поэзии». Итак, продолжаем. Это будет уже обзор шестой, видимо, последний. Давайте мы остановились на композиции «Быть поэтом – это значит» и пойдем далее. Вот далее у нас будут следовать мини-концерты. Мини-концерты ожившей поэзии. Вот здесь вы будете смотреть, какие композиции будут сюда входить в этот мини-концерт 077-й. «Девичник», мы поем с Есениным, и «Плесунья», и «Плесунья». Вот, давайте нажмем на основную ссылочку и посмотрим немного этот мини-концерт, послушаем. Я буду немножко каждую композицию просматривать. Пока загружается, я буду иногда рассказывать о наших планах. Друзья, сегодня у нас 30 мая 2020 года. Вот, давайте со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Ты запомни мне эту песню. Да. Что-то у нас звука нет. Сейчас мы включим звук, простите. Давайте чуть-чуть не зашли прежде. Вот я поправлю свою ошибочку. Там у меня не так написано, что входит в этот мини-концерт. Значит, вот здесь «Ты запой эту песню», мы слушали эту композицию, поэтому мы сейчас сразу, чтобы не терять времени, продвинемся дальше. Что стоит под разбитым окном? Спасибо за внимание. С вами был сам. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи великого Сергея Есенина «Девичник». Музыка исполнилась у Малафоновича, видите, из интернета и сцены «Ожившей поэзии». Я надену красные мои стала. Сажа за перед синерюшкой, позовите девки гармониста, попрощайтесь с ласковой подружкой. Мой жених угрюмый ревнивый заглядывать на парней, буду петь оттапой сиротливой. Вот я приостановлю и пару слов скажу. Вот видите, значит, эта часть нашей книги будет иметь ссылки на наши мини-концерты. Содержание мини-концертов описывается вот здесь ниже. Вот видите, «Ты запой мне эту песню», «Девичник», вот смотрим, мы поем с Есениным, и «Плесунья». Вот, и когда вы нажмете на ту ссылку, которую я вам показывал,
то вы попадаете вот на этот мини-концерт. И здесь вы можете прослушать не обязательно полностью, вот как мы сейчас. Может быть, вы уже слушали, поэтому выбрать другие композиции. Вот. Мы поем с Есениным, про любовь поем, и с душой Есенина до сих пор живем, и звучат Есенина до сих пор слова: Шагане, ты милая, Шагане моя. Выткался на озере алый свет зари, наборолся с звонами, плачут глухари, и звучат пронзительно песни, как во сне, через все столетия, как ты скажешь мне. Молодая, чувственным оскалом, я с тобой перегору. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Вот, можете приостановить и дальше послушать, что еще здесь есть. Вот это очень хорошая, интересная композиция «Плесунья». Пожалуйста. Карпатенцы отсыпал плесунья дров, на борту краснеют венцы, запрещен планиров, поймарались в глазу, запретился не на снег, и сырые проказы. Посмотрим, какие у нас еще есть мини-концерты. Вот обзор этого концерта. Время работает на Есенина. Сегодня мы справедливо говорим о нем, как о великом поэте 20 века. Взгляды на поэзию совпадают у поэтов разных времен. Мы поем с Есениным, про любовь поем, из души Есенина до сих пор живем. Лейтмотив концерта Самуила Фрумовича, посвященный 125-летию со дня рождения поэта. Большое удовлетворение получил от посещения концерта, в репертуар которого вошли «Ты запой мне эту песню», мы поем с Есениным «Девичник», «Плесунья», «Вот так же отцветем и мы». Кстати, «Вот так же отцветем и мы» – замечательное произведение. По-моему, оно сюда как раз и не вошло. Вот сейчас мы видели, может быть, это я. Вот, ну и вот так, и так далее. Давайте, это Валентина Барыга пишет об этом концерте. Теперь мы перейдем к следующему концерту, 087. На сегодняшний день у нас 107 таких мини-концертов. Давайте послушаем его. Сюда входят «Капли», «Не жалею», «Не зову, не плачу», «Привет Сергею Есенину»
И я помню, любимая, помню. Давайте немножко послушаем этот концерт. Видите, одним нажатием вы попадаете на этот мини-концерт. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас... Так, послушаем сначала немножко капли. Это из интернета. Остановлен, смотрим следующую композицию. Следующее слушаем произведение. Говорю, не прощались годы и столетия, но для нас ты дурак не любим. Вспомним мы, как молодая тревога, загрустим наши годы. Так, сейчас следующее.
возвращаемся к нашей книге, смотрим, какие еще концерты. Вот мини-концерт 032. Сюда входит «Плачет метель, как цыганская скрипка», опять «Плесунья», «Душу мою затыкать». Все эти произведения мы недавно слушали. «Из души Есенина до сих пор живем». Давайте пропустим этот мини-концерт. Следующий. Эти капли, не напрасно доли ветер. Я сегодня влюблен в этот вечер. Вечер черный, брови на сотку. Но мы это уже слушали. Давайте вот послушаем 41-й. Ну, конечно, в концертах повторяются те композиции, которые мы уже слушали. Поэтому это будет интересно только для тех, кто сразу хочет посмотреть вот концерт, послушать много произведений. Вот давайте посмотрим вот здесь. Мы еще включили в концерт произведения других авторов. Давайте мы теперь уходим понемногу. 078-й концерт. Давайте немножко послушаем. Вот пока загружается, у нас в планах сделать еще книгу. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас первая книга у нас — стихи Галины Воленберг. Замечательная поэтесса современная. Галина Воленберг, вожившая поэзию. У нас очень хорошие композиции есть на ее стихи. Ну, давайте сейчас послушаем. Мы теперь уходим понемногу. Итак, начинаем. Мы теперь уходим понемногу на стихи Есенина. Когда смеялась лукава,
Это на стихи Северянина, и здесь на стихи Рубальской. Сейчас послушаем произведение. Не хочу я стареть, не хочу. Говорят, что отлично я выгляжу, мне такое еще по плечу, что всякая юная выдержу. Я такое придумать смогу, что другие мне просто завидуют. И возблекла я в вечном дому, что я в ней, кроме скромности, видела, кроме того, что я надеть. Но какие у нас были платьица, не хочу стареть. Так себе я судьбе обозначил, погляжу на себя. Возвращаемся к нашей книге. Следующий концерт посмотрим. Я помню, любимая, помню. Здесь те произведения, которые мы уже с вами слушали. Давайте. Я повсюду слышу Есенин. Вот я повсюду слышу Есенин. Это мы еще не слушали. Это произведение, по-моему, завершает нашу книгу. Давайте его послушаем. Я повсюду слушаю Есенина, слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Так что у нас в планах еще много поэтов, много именных книг наших соавторов. Я повсюду слышу Есенин, о поэте Русь причитает, и березкой клёна павший по Серёге везде скучаю. Шагане загрустила шибко, где же песни и где мой милый синячей его улыбка, что с ума всех девиц сводила. Я слышу его, я помню, отзвенели синие ночи, и вопросы меня ли слышу, ты моя. Открывает очи, ты забой, Есенин, что года, что столетия, годы, мы с тобою поем
Серега, о любви у окна природы. Ты запой, Есенин, что года, что столетия, годы мы с тобою поем, Серега, о любви у окна природы. Пусть проходят, бегут столетия, не жалеем, не ждем другого. Мы с тобой всегда, Есенин, у России крыльца родного. Я повсюду слышу, Есенин, о поэте Русь причитает. И березка, и клен опавший, по Сереге везде скучаю. Я повсюду слышу, Есенин, о поэте Русь причитает. И березка, и клен опавший, по Сереге везде скучаю. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкально-поэтическая композиция «Экспромт». Я повсюду слышу Есенина. Далее возвращаемся мы к нашей книге. И, по-моему, это уже... Вот, это уже, на этом заканчивается книга «Я повсюду слышу Есенина». Это композиция на мои слова. И вот заключение: меня вы спросите, зачем? Отвечу просто: для души, да и не только для своей, со мной ты тоже подыши. Быть может, как и я, поймешь, нельзя обманывать себя. Любовь, когда себе не лжешь, тогда полюбят и тебя, тогда душа твоя летит, не знаю, не скажу куда, но счастье близко, счастье здесь, пусть будет с нами на века. А нет, вот есть еще одно произведение замечательное, «Над окошком месяц», почему-то оно сюда попало, автора себе. Моя творческая биография здесь. Ну вот и все, пожалуй. Но на этом, наверное, вот видите, вот здесь оглавление. Оно не кликабельно, к сожалению. Но я вам уже показывал, как искать наши композиции. Видите, значит, у нас книга 146 страниц. Еще кое-что мы добавим. Замечательные комментарии Валентины Барейко. И уже на этой неделе мы сдаем эту книгу в печать. Итак, спасибо вам за внимание. Всего доброго. С вами был Самуил Фурмович. До свидания, до новых встреч.